15 ноября на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ состоялась церемония открытия новой образовательной программы «Актуальные вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и провинцией Сычуань». Данная программа позволит повысить квалификацию государственных служащих в сфере внешних связей. В ходе своего визита гости успели не только узнать о великой истории «Альма-Матер», но и обсудить будущие перспективы совместных работ. Не оставили без внимания возможности реализации студенческих и преподавательских обменов. Представители страны Поднебесной абсолютно уверены, что у Казанского федерального и Сычуанского университета есть много точек соприкосновения. И с этим не поспоришь, ведь от комплексной программы сотрудничества с данным китайским вузом можно ожидать только самые положительные результаты. То есть ребята, китайцы, обучившиеся здесь, они вернутся в Китай и будут друзьями России. Ваши студенты, то есть студенты наши, когда они приезжают к нам, они с восторгом возвращаются, они становятся проводниками, дипломатами, которые работают за Китай.